Предприятия Мордовии будут расширять взаимодействие с Роскосмосом. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Мордовией и госкорпорацией подписали в Москве в среду. Подписи под документы поставили глава Мордовии Артем Зунов и гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Одно из ключевых направлений взаимодействия – разработка и производство спецволокон под цели Роскосмоса. Этим займется инжиниринговый центр волоконной оптики, созданный на базе республиканского технопарка. Кроме того, соглашение предусматривает расширение взаимодействия с Мордовским госуниверситетом имени Огарева. Мордовия активно развивается, очень много инновационных направлений. Ряд предприятий Мордовии, в частности Саранский приборный завод, «Орбита», активно работают с предприятиями Роскосмоса. Мы постараемся расширить и углубить сотрудничество с мордовскими предприятиями. Я думаю, что это будет всеобщая польза.